Сегодня руководитель «Кастрансгаз Аймак» рассказал о достижениях компании за 7 лет, о реконструкции газовых сетей и о планах на будущее. Отдельно глава филиала остановился на проблеме долгов за потребленный газ. Несвоевременное обеспечение сборов платежей за потребленный природный газ является основным фактором роста дебиторской задолженности. Таким образом, уровень дебиторской задолженности по состоянию с начала 2015 года составил 1 117 889 000 тенге. За 7 лет работы «Кастрансгаз Аймака» газом обеспечено 9 районов области, а количество абонентов превысило 247 тысяч. Было заменено 2000 километров газопроводов, построено 38 газораспределительных пунктов и установлено более 26 тысяч ШРП. Чтобы выполнить программу газификации области, газовый монополист с июля повысил тарифы предприятиям и населению. Номером 79 ОД от 27 февраля 2015 года был утвержден новый предельный уровень тарифа на услуги по транспортировке газа по распределительным трубопроводам для потребителей Южно-Казахстанской области в размере 7535 тенге 10 тин за 1000 кубометров без учета НДС. С вводом действия с 1 июля 2015 года. Что касается модернизации газовых сетей областного центра, то модернизацию системы газоснабжения Шымкента завершат в 2016 году. За это время в городе заменят газопроводы общей протяженностью 2739 километров, а также установят 38 газораспределительных пунктов и почти 35 тысяч ШРП.